Каждый год очень много. Прям девать некуда. А вы продавайте. Вы же в городе живете? На рынке стоять. Так можно возле супермаркета, там народу много. Да, нет у нас времени, мы работаем. А чего столько лет дом не продавали? Все тут обветшало так. Угу. Это ж понимаете, сколько теперь надо будет денег и сил вложить, а? Сестра мечтала, что здесь будет дача, а теперь мы переезжаем в город, так что нам-то не нужно. А, так, значит, вам срочно надо? Угу. А документы в порядке? Да, вот посмотрите. После смерти бабушки Лера стала хозяйкой дома. Родственников у нас нет, мама давно умерла, так что никто претендовать на дом не будет. Угу. Сироты, значит? Типа того. Почти развалился. Сад нужно выкорчевывать. Да-да. Коммуникации все тянуть. Ой. Простите, дом не продается. Как не продается? Как это не продается? Простите нас, пожалуйста, но дом мы вам не продадим. Ну, может, вы все-таки подумаете? Да, Лер, мы же договаривались. Вы между собой договоритесь, а потом людям голову морочите. Так, пойдем давай. Да. Лер, ты с ума сошла? Они практически готовы были. Надка, ну не могу. Так и сдохнем здесь, в саду под яблоньками. Лер, ты учти, я все равно уеду. А ты оставайся здесь, в саду. Гоняй червяков по огороду. Просила тебя, не носите объедки домой. Ну, это же как-то унизительно, что ли. Унизительно? Угу. А есть ту бурду, которую готовят в твоей столовке? Не начинай, а, опять? А впахивать с утра до ночи за гроши и жить в этом съемном клоповнике? Нет, и главное, никакой перспективы. Вот так и будем до конца своих дней. Ты в больных иголки втыкать, а я с подносом. Вот что унизительно. Вот что нас здесь держит, скажи. Вот в столице? Что в столице, Надка? Ну, кто нас с тобой вообще в этой столице ждет? Да не переживай ты, все еще будет. Я у тебя замуж выдам. Замуж? За кого? Здесь посмотреть не на кого. А значит, в столице есть за кого, да? Табунами просто бегают. Представь себе! Мне вон Лидка рассказывала, какие у нее в ресторане клиенты, какие чаевые. Вот так себе мужей и находят. А у меня будет самый лучший. Да, помогу тебе поступить в мединститут, и так уж и быть, построим тебе какой-то маленький домик в деревне. Фантазерка ты моя. Ну что, вам уже лучше? Все отлично, как обычно. Если так дальше пойдет, я, пожалуй, поверю в твои китайские штучки. И все-таки я больше верю, что это твои руки лечат.
Тебя, голубушка, талант целителя с большой буквы «С». Да бросьте вы. И потому тебе нужно в институт поступить, получить диплом. Зарывать свой талант в землю – большой грех. Бог этого не простит. Я думаю, что он как раз в курсе моих дел. Вы прекрасно знаете, была бы у меня малейшая возможность. О, Надка уже совсем взрослая. Попытаюсь переложить часть проблем на нее. Иначе она будет порхать по жизни в своих мечтаниях. У вас 3 операции сегодня? Да. Тамара Ивановна опять свалила на вас все отделение. Ну и что? Приятно чувствовать себя нужным человеком. Да, но беречь себе надо. Если начну себя беречь, тут же на пенсию выставят. И что мне делать дома, а? В одиночестве. Чертей гонять по своим хоромам. Ну так, не знаю. Может, сын вернется. Ну что ты. У него там в столице карьера, профессиональный рост. Все просто с ума посходили с этой столицей. О, кстати, о столице. А Тамара говорила, что к нам оттуда какое-то светило наезжать будет. Консультировать, подтягивать нас, так сказать, до европейского уровня. Я думаю, что вы любого светила переплюнете. Ты так считаешь? Я уверена. Вот, возьмите. Это с нашего сада. Спасибо. Здоровья. Доброе утро, Тамара Ивановна. Здравствуйте. Что, опять спина? Иван Афанасьевич, вам серьезный врач нужен, а не вот эта фигня. Валерия Дмитриевна, пошибче некоторых других врачей будет. Она талант. И вам, милая Тамара Ивановна, надо бы это ценить, как заведующее отделение. Яблочко хочешь? Спасибо, не хочу. Прям с ветки. Просто виртуоз. Вам бы в классный ресторан надо, а не борщи приносить. Ну, скажите это моему хозяину. Не ценит? Ну, судя по зарплате. Это он зря. Я могу отзыв написать. Да не поможет. Приятного аппетита. Фух. О, твой Денис. Только час назад привез и опять явился. Нетерпеливый. Ну, он не мой. Просто общаемся. Мне кажется, он думает иначе. Кажется. Прикроешь? Угу. А ты чего здесь? Да так, мимо проезжал. Ой, не надо нас маленьких на елочку вешать. Вечером встретимся. А погонять дашь? Так, клиенты, клиенты смотрят. Ну и что? А то, что когда официант обслуживает клиента, клиент должен быть уверен в том, что официант думает только о нем, что он даже в него влюблен. А влюблен зачем-то? Потому что потом бывают хорошие чаевые. Ладно, приезжай вечером, увидимся. Как всегда. Нет, ради встречи с тобой меня отпустят на час раньше. Лерочка! Получается. Смотрите. Вот видите, а вы говорите, не получится, да не получится. А мы продолжим после выписки? Конечно, обязательно продолжим. Еще пара курсов, ваш мышечный корсет окончательно укрепится. Ну, много нельзя, на сегодня все. Хорошо. Угу. Мы с вами до завтра. Всего доброго, спасибо. До свидания. Лерочка, я уберу тебя? Да, конечно. А Ивана у тебя нет? Домой ушел. Что случилось? Да я у главного прибиралась. Прибежала Тамарка. Так вот, она Ивана хочет на пенсию выпихнуть. И кого-то из самой столицы на его место пристроить. Вы только Ивану Афанасьевичу не говорите. Он так все время о пенсии думает. Расстроится. Хорошо.
Вот так и не стало моего Степана. Мне поначалу так тяжело было. Так тяжело. Жить не хотелось. Потом привыкла. Но в душе все ныло. Нельзя человеку быть одному. Никак нельзя. Но ты-то одна. Никого нет. Да все как-то не до этого было. У меня работа, сестра. Да и потом, наверное, еще не встретился мне мой человек. Мне кажется, ты не глядишь по сторонам. Так прозеваешь свою судьбу. Ну, знаете, если это судьба, ее не прозеваешь. Ну что, все? Спасибо, деточка. Я уж и не думала, что после инсульта поправлюсь. Вы у меня еще танцевать будете, я вам обещаю. Но за собой нужно следить. Я вам диету выпишу и комплекс упражнений. Может, ты и дальше ко мне приходить будешь? Мы с вами через полгода повторим еще раз курс. Пока сами справитесь. Зачем вам тратить лишние деньги? Давай мы сделаем так. Ты меня досматриваешь, подлечиваешь все время без денег, а я на твое имя перепишу квартиру. Ну, когда уйду. Куда это вы уходить собрались? Вам еще жить и жить. А квартира вам еще пригодится. У вас же сын есть. Да что сын? Деньги на лечение, конечно, присылаю. Это чтобы приехать раз в полгода. Я для него обуза. Да ну вы что? Мать не может быть обузой. Даже больная и старая. Он вас очень любит. Просто занят. Да, наверное. А, вы та самая чудесная Лера, которая ухаживает за моей мамой. А вы, похоже, тот самый сын, который считает, что его пожилой маме нужны только деньги. Вам вообще не стыдно? Ваша мать болеет, потому что чувствует себя никому не нужной. Ух вы какая! Вы берете у нее деньги, а мне их надо заработать, между прочим. Поэтому в ваших интересах, чтобы они у меня были. Да при чем тут вообще деньги? Она и без меня еще лет 20 проживет, если будет кому-то нужна. Разве это непонятно? А вы со своей матерью прямо пылинки сдуваете. Моя мама умерла, когда мне было 5 лет. Я бы отдала все на свете, чтобы она ждала меня дома. Вы простите меня, я просто... Молодые люди, мы закрываемся. Давай, бери бутылочку, погнали с нами. И девушек и выпивку дешевле заказывать не в ресторане. Чё? Дешевле? Мы дешевле не коннектиться. Идем с нами. Да чё ты ломаешься? Давай, тебе Дал понравится. Я сказала. Ах ты, дрянь! Ты чё, алё? Давай, я реально испугался, когда ты на этого козла набросилась. Ну, все, кранты ему. Ну, кранты не кранты, он бы еще долго объяснял, почему у него рожа расцарапана. Козел. Где так драться началось-то? У нас в деревне это был незаменимый навык. А сестра тоже так дерется? Еще поколотит меня. Да нет, Лерка у меня другая. Хорошо. Ну, это спорный вопрос. У нас своим миролюбием до сих пор в медсестрах сидит. А могла бы уже врачом стать. Ничего. Я все устрою. Ты чего? Я всегда думала, что ты тюфяк. А ты очень даже ничего. Раскидал этих придурков. Да я за тебя убью любого. Да? Круто. Все сделаю, только скажи.
Погонять, да? Какой погонять? У тебя руки до сих пор трясутся. Ну, так это же лучший способ для снятия стресса. Есть и другие способы. Поехали! Скажи, что я плохой водитель. Не скажу. У тебя талант. Да, мой инструктор по вождению в автошколе тоже мне говорил. У меня талант. Здрасте. Привет. День, ты не обижайся. Ты очень хороший, правда. Просто у меня все сложно. Пока. Я проведу. Нет. Я не хочу, чтобы тебя видела моя сестра. Почему? Я же не урод. И к тебе я отношусь серьезно. Ну вот именно. Она тебя увидит. Ты ей понравишься, и она начнет меня выдавать за тебя замуж. А я не против. А я против. Пока. Привет. Привет. А ты чего такая взбудораженная? На тачке гоняла. А на какой еще тачке? Да как? Появился тут один автоклезарь, немножко гонщик. Учит меня экстремальной езде. Ты что, с ума сошла? Какой еще гонщик? Так, спокойно. Он такой же правильный, как и ты. Все нормально. А-а-а. Ну и чего у вас с ним? М? Ну, конечно, кроме гонок. Ну как? Влюблён в меня по уши. Угу. А ты? А я? Нет. Ну как, он мне нравится. Он красивый, спортивный. У него есть тачка. Он любого за меня порвет. Ясно. А что ж ты такого хорошего парня в дом-то не видишь, а? Ну, во-первых, мы с ним недавно знакомы. Ага. А во-вторых, ну, говорю же, он автослесарь, ну, не мой сайз. Ой, сестренка ты моя, какая же ты у меня еще маленькая и глупенькая. Вот влюбишься по-настоящему, и будет вообще все равно, слесарь он или миллионер. Нетушки, только миллионер. У меня будет офигенный муж, офигенный дом, и я вся такая офигенная, и ты будешь классным врачом. Главное, момент не проворонить. Угу. Самое главное, сестренка, чтобы ты работу не бросила. А то я, похоже, лишилась подработки у пожилой женщины сегодня. Нахамила ее сыну. Боюсь, найдет себе более сговорчивую медсестру. Ты нахамила? Это что же там за монстр? Ладно, обещаю вести себя хорошо. Ну ты чумная. Охранник рассказал о твоих вчерашних подвигах. Хоть бы хозяину ничего не сказал. Угу, надейся. Ты чё? Ты чё? Ты вчера оскорбила моих поставщиков и устроила здесь драку? Ты чё? Да, они были бухие и приставали. Они мои VIP-клиенты, ты поняла? Я спрашиваю, ты поняла? Ты никто здесь. Вон пошла. Да пожалуйста. Такой же козел, как и твои дружки. Работаем! Здорово. Здорово. Держи, это тебе. Мы бы сроду без тебя не выиграли это ралли. Да не, вы просто классно гоняете. А, день, мы там подали заявочку для участия в крутом ралли. Ты с нами? Было бы здорово. Отлично.
До встречи. Все, до связи. Давай. Привет, дорогой. Че, малышка забарахлила, да? Да. Надо клапаны смотреть. Ты же не смотрел, откуда ты знаешь? Так он слышит. Это человек ухо. Дорогой, у меня на Нико вот-вот родит. Я ее одну в кафе оставлю. Можно по-быстрому? Ну, беременных дедушек без очереди обслуживаю. Макс, возьмешь очередника? Уже. Наташ, ты чего не на работе? Меня уволили. Эти козлы позвонили этому придурку, и он меня уволил. Ну ничего, у нас не один ресторан в городе. Ага. Он сказал, что развинит про меня всем, меня не возьмут работать ни в один ресторан. А мне сейчас без работы никуда. Ирак, да? А вам официантка нужна? Лучшая в городе. Ну, вот как раз. Племянница. Вместо на Нико теперь будет. Все будет хорошо. Ты только это. Тут в основном водители кушают. Ну, они неделями своих жен не видят. И что? Ну, короткие юбки не надо надевать. Лучше джинсы, майку. Ну, чтоб не нервировать людей. На Нико, я тебе сменщицу привез. Здравствуйте. Да что же вы тебя растаскаете? Давайте мне. Спасибо. Ну, тогда я на Нико отвезу продукты повару, мангал во дворе, меню вон там. Мы поехали. Пойдем на Нико. Это на третий столик. Пойдем, моя хорошая. Девушка, когда еда будет? Привет. У меня там 10 человек туристов. Накормишь, красавица? 10. Да, конечно. Ходите. Спасибо. Давайте, ребят, заходим. Здравствуйте, Иван Фанасьевич. Что, опять ДТП? Да гоняют как ненормальные. Как уж спина? Просто отлично, так что не ударим в грязь перед светилом. Перед кем? Так и говорят, столичное светило приехали и решили оперировать лично. А мне доверили быть ассистентом. А как же без массажа? Потом, потом, Лерочка. О, нет, уже ждут. Ну, удачи и вам, и светило, но если спина, сразу ко мне. Все будет хорошо. Я прослежу. Хорошо. Прослежу. Ивановна, да? Вы в горздраве, мы тут как раз по скорой ДТП привезли. Он сказал, что будет сам оперировать. Прям так и сказал. Люблю, когда с корабля на бал. На бал, шустрый какой. Но там Шестовский, я думаю, справится. Понятно, прислали, не сказал ни слова. Кто он такой? Информация о нем и приказ министерства у вас на столе. Хорошо, спасибо. Шире. Шире. Салфетку. Я попросил шире.
Все, мы закончили. Шьем. Спасибо за хорошую работу. Мы пока еще не команда, но надеюсь, это только пока. Слушаю вас. Анатолий Сергеевич, но почему именно он? Ну что, больше других хирургов не водится? Ну а чем он не угодил? И вообще, 3 дня назад разговор шел о Петренко. Петренко? Петренко сам отказался. А программу Стрижака утвердили в министерстве. Да, поняла. Вот и ладно. Хорошо. Я на вас надеюсь. Все будет нормально. Стрижак. Ну что, позвольте вас поприветствовать поближе, коллега. Очень приятно. Иван Афанасьевич Жестовский. Я Дима Стрижак. Помните? Да помню, конечно, помню. Это ж вы меня заразили этой профессией, когда я тут на практике был. Благодаря вам я стал хирургом. Спасибо вам. Что такое? Что такое? Иван Афанасьевич, вот я так и знала. А ну бегом ко мне в кабинет. Бегом. Я всегда Ивану Афанасьевичу перед операцией массаж делаю. А сегодня... Вы хирургия, деточка, тут больной важнее. А я вам не деточка. Какая резвая барышня. Что это такая? Медсестра Сосницкая. Массажистка, типа реабилитолог. Фаворитка Бжестовского. А вы, значит, то самое светило из столицы, да? Ну, светило не светило, но зажигаю ярко. Тамара? Тамара Ивановна Степовая. Заведующая этим отделением. Очень приятно. Дмитрий. Дмитрий Ильич, когда будете готовы, зайдите в ординаторскую. Я познакомлю вас с коллективом. Ты свободна, Катенька? Пойдем. Как операция? Как он? Тамара Ивановна, твой бывший просто орел. Уверенный, раскрепощенный, знаменитый. Хорош. Он так и не женился? Отлично, может, закручу с ним романчик. Слушай, у него таких Кать столиц, как ты. Воз и тележка. Да кто в столице? Пожалуйста. Благодарю. Приятного аппетита. Спасибо. Лидка. Наташа. Лидка. Какая ты. Ну, на одном кураторстве я останавливаться не собираюсь. Хочу предложить в Горздраве, в министерстве, на базе вашего отделения сделать центр, где будем пробовать новые техники, методики. Я буду обучать молодых специалистов, искать таланты. У нас здесь все очень талантливы. Да, Кать, на тебе пробы ставить негде, так ты хороша. Ну, насчет талантов у вас все в порядке. Некоторых людей я даже успел повстречать. А кто это, если не секрет? Ну вот, например, доктор Бжестовский. Целого отделения стоит Валерия Сосницкая. Да, замечательный профессионал. Она Иван Афанасьевич на моих глазах буквально по запчастям собрал. И если они будут в моей команде, я буду очень рад. Мы как пионеры. Всегда готовы. А вы к нам насовсем или наездами? Ну, буду приезжать, уезжать. Еще вопрос? Спасибо, Дмитрий Ильич. Конечно же, мы все по мере сил будем помогать вам. Тем более, Горздрав выделяет на это хорошие деньги. Ну что, ребят, давайте работать. А вы, Дмитрий Ильич, останьтесь на секундочку. Небольшие формальности. Здравствуй, Дмитрий Ильич. Ну, привет. Не знал, что этим отделением заведуешь ты. Если бы знал, не приехал бы. Я когда узнал, что Петренко собирается в наш город, я попросил его отказаться в мою пользу в министерстве. Возражать не стали. Ну, тем более, у меня есть программа для обычных городских больниц.
Али, как-то развивать провинцию? Ну да. Хорошую команду ты себе подобрал. Пенсионер и медсестричка. Клеишь медсестру на глазах у всего отделения? И даже при мне? А почему тут? Нас с тобой давно уже ничего не связывает. Ты когда разводилась со мной, ты ведь моего мнения не спрашивала. И так и не сказала, от кого носила ребенка. Тамара Ивановна, я вас ищу. Да-да, иду. Дмитрий Ильич, а вы располагайтесь у нас поудобнее. Очень будем рады. Да, пойдемте. Да уж. Да, работенка здесь ад. Водилы, пыль, дым, дорога. Зря ты, конечно, тогда со мной в столице не рванула. Я сейчас работаю в клубном ресторане. Там такие клиенты. Умереть не встать. А чаевые ты и за неделю здесь только не заработаешь. Кстати, если очень постараться, можно и замуж выйти. Недавно моя знакомая выскочила. Теперь как королева живет. И она была простой официанткой? Да. Кстати, они сейчас ищут официантку. Если поедешь со мной, может, успеешь? Тебе долго еще здесь? Может, в ресторан сходим? Ресторан? Выбирай любой, я плачу. Огорели все синим пламенем. Поехали. Иван Афанасьевич, скажите, а вы можете примирить меня с коллегой? А то наша первая встреча оказалась, ну, какой-то напряженной. М? Лерочка. Прощавый. Хорошо, спасибо. Ну, будьте все-таки поосторожнее с выражениями. Вы, между прочим, подставили Ивана Афанасьевича. Все знают, что ему перед операцией нужно сделать массаж. Тамара Ивановна только ждет, пока его на пенсию отправят. Да? Да. Я не знаю. Слушайте, а может нам как-то, ну, отметить вот это историческое примирение? О, нет, девушка, мне Валерия Дмитриевна покой прописала. Понятно. Ну, а вы? Ну, какой у вас самый лучший ресторан? Я обещаю прекрасный, веселый вечер. А вы решили за мной приударить? Я? Всего доброго. Я уже не могу. Так, официант. Официант. Почему у меня на столе грязные тарелки? Надка, прекращай. Без тебя тут придурков хватает. И ты про нас? Ну что какое? Хозяина позови. Так, стоп. Этого придурка точно не надо. Валик, ну хочешь, я тебе по старой памяти помогу обслужить кого-то? Не надо. Виктор увидит и меня уволит. Все-таки жалко, что этого придурка нет. Я бы что-то учудила. Исключительно для него. Слушай, отстой, не кабак. Вот. Посмотри, где нужно работать. Это элитный, закрытый клуб. С постоянными посетителями. Понимаешь? Блин, Лидка, ну вот если бы не сеструха, я бы дважды не думала. Так, все. Уходим отсюда. Я сейчас нам вызову каретку. Карету. Карету. Алло. Деня? Так. Ма.
Макс, Деня, знакомьтесь, это моя подруга Лидка. Хай, мальчики. Это, я так понимаю, ваш карета, да? Лидка. Лидка. Так, ладно, пошла я. У меня тетка тут недалеко живет. А вы езжайте. До завтра должна подумать. Мила? Что это было? Ты глухой? Говорю же, это моя подруга Лидка. Она из столицы приехала. На окружной там стоит. Что сейчас сказал? Я тебе говорю, это моя подруга. Все, не обсуждается. Ну, Алеш, ты что? Макс, Над, ну подруга и подруга. Да она в таком ресторане работает. Тебя туда за 100 метров вообще не допустит, понял? Спасибо за приятный вечер. Макс. Пожалуйста. Надка, ну что ты напустилась на него? Ну просто твоя подруга выглядит, как это сказать, и ты непривычная какая-то. Ах, тебе не нравится? Вали. Нет. Ты мне любая нравишься. То-то же. А что у тебя завтра? Ну, про то, что подруга говорила. Зовет меня ехать с ней. Надка, меня в команду позвали на хорошую зарплату. Потерпи немного. Я заработаю на доме и на хорошую машину. Да все, что тебе захочется. Только не уезжай с тобой. Поехали со мной. Это ты типа так меня замуж зовешь, да? Так вот, никогда. Надка, ну подожди, куда ты? Ну подожди, Над. У нас доктор новый появился. Опытный хирург из столицы. Дмитрий Ильич Стрижак. Он, конечно, такой настоящий профессионал. Я таких раньше не встречала. Красивый? Не знаю. Так ты что, в него втюрилась? Тоже скажешь такое. Кто он, а кто я? В команду свою меня пригласил. Представляешь? Ты меня вообще слушаешь? Здравствуйте, Валерия Дмитриевна. Здравствуйте. А это что, это мне? Это Катя. У нее сегодня день рождения. От коллектива. Может, вы, собственно, и подарите, ей приятно будет. Ну, на самом деле, я хотел сделать что-то приятное для вас. Для меня? Да. А знаете, как вас пациент называет? Как? Они говорят, что вы фея. А фее обязательно нужно делать что-то приятное. Совсем не обязательно. Скажите, ну на что вы сердитесь? Ну, вы думаете, я позволю Ивана Афанасьевича отправить на пенсию? Да не бывать этого никогда. Будет работать столько, сколько захочет. Правда, правда. Ну разве фею можно говорить? Да какая фея? С иголками в руках. Замечательно. Пойдемте поздравлять? Пойдемте. Екатерина Вячеславовна, поздравляем вас с днем рождения. Спасибо. Дима, присоединяйтесь. Дима, тортик очень вкусный. Хорошо. Катерина, ты уже празднуешь вовсю, да?
Катерина, поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего самого-самого лучшего. Держи это тебе. Но, дорогие коллеги, не забываем, что впереди трудный рабочий день, да? Можно вас на минутку? Красивая пара. Не понимаю, куда Томка смотрела, когда она его бросила? Он что, так и не женился? Значит, любил. А может, и еще любит. Значит, зачем сюда ехать? Говорил, что не знает, что она здесь за выделением. Слушай ты, мужчин, не знал он. Ну, тогда, может быть, все еще перевернется. Он же еще Тимку не видел. А пацан вылитый он. Она же говорила, что это не Димон ребенок. Слушай ты, женщин. А он на Лерку запал, знаешь? На медсестру? Не смеши. Нафиг она ему нужна? Ни кожа, ни рожа. Какая ему разница, кто ему будет койку греть? Он после Томки шустрый стал. Везде поспевает. Лерочка, ты куда? У меня дела. Дмитрий Ильич, а может, зайдите ко мне, поболтаем, как старые добрые друзья? Ты у меня начинай. Никогда не будем с тобой друзьями. Да, кстати, не вздумай отправлять Ивана Афанасьевича на пенсию. Считаю, что он под моей защитой. Лера, вы куда убежали? Почему-то расстроена? Чем? Нет, ничем, он показался, извините. Лера! Пожалуйста, ничего не говори, ок? А я и не говорю. Я хочу поехать с Лидкой на неделю к ней. Просто погостить. Хорошо. Да? Я тебя обожаю. Пока. Ну что, все хорошо? Да. Все, поехали. Красавец. Да прочти. Привет. Не злись на меня, ты классный. Но я хочу другой жизни. Чего? Я уже в автобусе, еду к Лидке. Пока. Я сейчас. У тебя заказов очередь! Выключи ты телефон. Они все равно тебя не оставят. Да, ДТП, сломан позвоночник.
Вон уже мой дом. Пойдем. Нифига себе. Господи, какое платье. Пошли, еще насмотришься. А то мы так никогда не дойдем. Проходи. Спать будешь там. Поживем в кайф напоследок. Чего это напоследок? Ну, чем ты меня слушала? Я же говорила, козел, с которым я жила, сбежал. И? И? Он платил за квартиру. Теперь нужно что-то попроще искать. Нет, не нужно искать ничего попроще. Я отсюда никуда не уеду. А деньги? Деньги у меня есть, на первое время хватит. А ты что, окончательно-приокончательно собралась? Да. Отсюда я уеду только в собственный дом. Ноутбук можно я воспользуюсь? Нужно найти работу. Напрочь забыть о старой жизни. А как же сестра? Ну что, сестре я счастья желаю. Как обоснуюсь, приглашу ее к себе в гости. А что ж ты тогда шифруешься? Да не шифруюсь я. Просто не хочу, чтобы она мешала мне наше с ней счастье строить. Hello. Вот как. Поняла. Hello. Так. Hello, my dream. Наташка твоя. Ну, сплошная сумасбродка. Вера Васильевна, я взрослый человек и должна сама решить свои судьбы. Тамара, не надо мне подвозить, сам дойду. Просто проезжала мимо. Подумала, дай подвезу мужа, хоть и бывшего. Валерия Дмитриевна. Доброе утро. Здравствуйте. Хотел с вами поговорить насчет вчерашнего парня, которого привезли с ДТП. Я вас слушаю. Мне удалось собрать его позвоночник, восстановить двигательные функции, кроме ног. А МРТ уже сделали? Сейчас этим займемся. В общем, я подумал, может быть, я к вам позже зайду, и мы вместе обсудим, чем сможем ему помочь. Да, конечно. Да? Да. Простите. Угу. Город классный, я остаюсь. Через полгода заберу тебя сюда. Пока, сестричка, умоляю, не дергай меня. Что случилось? Нет, ничего. Валерия Дмитриевна, но я же врач и вижу состояние человека. Давайте, расскажите, что вас угнетает. Легче станет. Сестра. А что с ней? Уехал в столицу сама. Это ее мечта. Так это хорошо. Человек не просто мечтает, а делает к своей мечте шаги. Я тоже отсюда когда-то уехал. Но она совсем еще девчонка. Сколько ей? 21. Ну, не такая уж и девчонка. Для меня ей все еще 15, как тогда, когда мы одни остались. Так она молодец. Вот я бы на вашем месте гордился, что выросла такая сестра. Да? Все будет хорошо, я просто в этом уверен. Почему? Да потому что по-другому быть не может. Дмитрий Ильич, там пациент из пятой палаты очнулся. И вас зовет. Пойдемте, Дмитрий Ильич. Да. Пойдемте. Я их не чувствую. Слышите, я их не чувствую. Ты бы мог полностью остаться обездвиженным. Ты это понимаешь? Зачем вы меня вообще спасали? Доктор тебя собирал по кусочкам. Он чудо с тобой совершил, а ты? Зачем? Мы за тебя всю ночь боролись. Будешь падать духом, ничего не получится. Скажите, есть хоть какой-то шанс? Шанс есть всегда. Доктор, разрешите? Конечно. Скажи мне, когда что-нибудь почувствуешь. Договорились?
Вот видите, значит, конечно же, есть шанс. Я сделаю все возможное, чтобы тебя поставить на ноги. Обещаю. Я должен ходить. Значит, кому я такой нужен? Тем, кто вас любит. Таких нет. Так не бывает. Сядь, посиди, сейчас приду. Школьница. Руками не трогать. Лошадей 400. Вообще 500. Значит, движок 5-литровый. А ты откуда знаешь? Да у меня такая же тачка. Просто это модель новая. Да ладно, гонишь. Чего бы это? Ха. Ну так, может, склеить меня решила. Мне что, делать нечего? Кстати, я думала, что водилы таких тачек ходят в галстуках и костюмах. Исключение из правил. Ну-ну. Впечатляет? Ага. Пойдем. Ну, минус один. Что? Еще одна коза пролетела. Так. Помни все, что я тебе говорила. Угу. Скромная, но уверенная. Улыбчивая, но сдержанная. Поняла? Да. Все, давай вперед. Прошу. Опять ты? А мне автомеханик Любки не нужен. Так что не по адресу. Извините. Да ладно, ладно, шучу я. В ресторанном деле сечешь? Конечно. Так же, как и в автомобильном? Еще лучше. За рулем я сидела только в чужих тачках, а вот в ресторане в Центре набегала немало километраж. Где набегала-то? Дома в Сосновске. Угу. Понятно. Здесь есть где жить? Есть. Смотри, на работу должна приходить выспавшаяся и в полном порядке. А я у подруги живу, у нее шикарная квартира. Артем Сергеевич, извиняюсь, а собеседование начнем? А мы уже закончили. Значит так, иди в отдел кадров, скажи, что я беру тебя на испытательный срок. Я согласна. Деревня. Алло? Да, Сима. Да, здравствуйте. Вы... простите, пожалуйста, я совсем замоталась, но деньги за квартиру у меня есть. Конечно, конечно, за все 3 месяца. Вы знаете что, давайте, наверное, завтра перед работой с вами встретимся, да? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста.
Меня зовут Наталья, буду рада вам помочь. Наталья, новенькая. Передай Лиде, что Потапов здесь. Она все знает. И это не нужно. Угу. А мне бы еще сумочку. И мне, пожалуйста, угу. Повторите. Там Потапов спрашивает тебя. Поняла. Здорово. Привет, Артём. Слушай, а новенькая ничего так. Да ладно, Потап, это ж не твой фасон. Провинция. Провинция. Ты пойми, Тёмочка, это я раньше не ценил, когда сам был провинциалом. А теперь... А теперь заценил? Да. Ты понимаешь, она мне напоминает такую молодую морковку, прямо с грядки. Выращу на солнышке, политую проливным дождиком. А? Без вот этого ГМО или столичных пестицидов. Пожалуйста. Артём Сергеевич, может, вам тоже кофе? Да, давай. Надо брать, пока не обтесалась в столице. Потом будут интересовать только деньги. Их всех интересует потом только деньги. Ну ты губы-то не раскатывай, партнер. Ты по делу пришел или на девок попялиться? По делу, Семочка, по делу. Бизнес прежде всего. На девок совсем нет времени. Ну что, ты надолго уезжаешь? А на пару недель точно. Натка, у меня сегодня свидание, так что домой пойдешь сама. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Афанасьевич, можно у вас денег одолжить? Конечно. А что такое? С Наташкой что? Ну, не совсем. Что значит не совсем? Ну, что ты стоишь? Приходи. Я тебя сначала чаем напою. Вот. Спасибо. Ну, что там от Наташки-то слышно? Да вот на работу устроилась. Вся в восторгах. Ой, просто ее не дергать, представляете? Вот и не дергай. Ну, как я могу ее не дергать? Я все время о ней думаю. Где она спит, что она ест, вообще как она... Нечего есть будет, примчится. Я даже не знаю, что лучше. Я хочу, чтобы у нее все получилось. Дай ей жить своей жизнью. А мне как теперь быть? Что мне с этой квартирой делать? Столько денег за нее платить? Я уже не знаю, может, в деревню перебраться, в бабушкин дом обратно? Там фельдшерский пункт есть. На работу устроишь, что ли? Лера, а перебирайся-ка ты ко мне. Ну, ты посмотри на мои хоромы. Я прихожу, слово тебе сказать некому. Сам с собой в шахматы играю. Иногда такая тоска забирает. Комната сына вполне приличная. А я тебе буду очень благодарен. Рабочий день. Хорошо. Подвезти? Нет, спасибо, я на метро. А я думал, ты ничего не боишься. А ты заднюю включила? Да я от десятерых таких, как вы, отобьюсь. Правда, потом работу потеряю. Так что извините. Ну, а если я тебе прокатиться дам? Ты же умеешь. На этом. Ну, а что? Садись.
Садись, не бойся. Ну, как знаешь. Так что, я поехала? Вот водить-то умеешь? Ну, держитесь. Радуги на коне промчалась. Спасибо вам. Машина-зверь. Ладно, беги. Завтра на работу смотри, не опоздай, а то уволю. Чао. Домой подвозят. Ты меня прости, дорогой, но я хочу спросить. Наташа все-таки не появлялась? Ей здоровый не сильно был нужен. Так, машину погонять. Ну, у меня двоюродный брат год в кресле был. А сейчас посмотри, как он картули там танцует. У меня за 2 недели никакого прогресса. Ну, к сожалению, быстро можно только навредить своему телу. Простите, Лер, это я так жужжу. Лера, та самая. Он про вас все уши прожужжал. Лера, Лера, ангел-хранитель. Какой же я ангел? И Денис об этом прекрасно знает. Так, ребят, у нас процедура. А что вы делаете после работы? Максим кончай, ну балабол в самом деле. Лер, не обращайте на него внимания. А я и не обращаю. Вам пора, ребят. Макс, уходим. Эдем, там хозяин сказал, что пока ты... Коленский. Мы можем работать 2 в 1. Ты по диагностике, стратегия, а я, так сказать, руки. И ноги. Макс, идем. Да помнишь ты его? Он еще про Испанию рассказывал. Лида, быки. А, этот. Ну, так он трепло. Зато веселый. Потанцуем, коктейльчиков выпьем. Не знаю. Нет, ну это, конечно, не Городецкий. Так, Лидка, завязывай. Слушай, зря я тебе рассказала. Нужна я ему тоже? Ну а что? Ты девка симпотная, может, и нужна. Если бы он на меня запал, он бы тут целыми днями сидел. А его нет уже 2 недели. Слушай, перестань, это занятой человек. У него бизнес по всей стране. Это тут ресторанчик для души. Угу, да, и девки у него по всей стране. Слушай, пошли в клуб, а? Да мне Лере нужно деньги возвращать. Так, по местам хозяин приехал. Ой-ой. Я же тебе говорила. В клуб идем? Угу. Так, все за работу, что стоим? Артем Сергеевич, кофе. Угу. Нет, стой. Ты. Борис тоже все сделал, пойди забери, отнеси. Да, сейчас. Шеф просто сегодня не в духе, я подумал, зачем ему на тебе отрываться. Привет. Здравствуйте. Забыл тебя спросить. Ты где так гонять научилась? Это меня друг научил. Говорил, что я талант. Ты знаешь, а я эту машинку специально купил. Хочу научиться ловить кайф от скорости. Получается? Не, привыкнуть никак не могу. Уж больно шустро.
Потому что вы себя единым целым с машиной не чувствуете. А ты чувствуешь? Конечно, это же такой кайф. Расскажешь? Это как рука и пистолет, всадник и конь. Они единое целое. Ну ты безбашенная. Что это? Орёт? Хохочет. Хохочет? Иди работать, что стоишь. Лер, если я встану на ноги... Не если, а когда. Когда встану, я тебя обязательно покатаю. Спасибо. Я уж, пожалуй, лучше пешком. И аккуратно езжу. Ездил. Просто в тот день не особый случай был. Что случилось? Да, девушка бросила. И ты решил разбиться? Нет. Решил ее догнать. Догнал? Не судьба. Она в столицу умотала. Знаю, знаю. У меня сеструха туда же. Ничего. Мы это переживем. Пойду. Так и сказали, представляешь? Под программу доктора Стрижака выделяется целевое финансирование. Твой кофе. Спасибо. Димка, просто не представляю, как тебе это все удается, а? Не знаю, но рад. Да. Да-да. Здравствуйте, Дмитрий Ильич. О. С приездом вас вызывали? Конечно. Лера, смотрите, что я привез вам. Просто у нас в нашем центре в прошлом году была китайская делегация. Ну, опытом обменивались. Так вот, китайцы подарили нам вот этот аппарат, рассказывали про него какие-то чудеса, сказали, что он воздействует на определенные точки. В общем, это просто необходимая вещь при послеоперационной реабилитации. Я могу показать, как это все работает. Поэтому... Дмитрий Ильич, а мы с вами не закончили? Я зайду к вам после операции. Так вот и готовьтесь к операции. Пойдемте. Я позвонил китайцу, он рассказал про Дениса. Он мне сказал, что с помощью вот этого аппарата ты сможешь поставить парня на ноги. Это было бы здорово. Учитывая, что бедный страдает только от одной мысли, что он останется на всю жизнь с инвалидностью. Можно сейчас китайцу позвонить по скайпу и во всем разберемся. Спасибо. Пойдемте. Научить его экстремальной езде. Да ладно тебе. Мог бы инструктор взять. Ну, значит, не мог. Ну, не хочешь, не рассказывай. Только вот мой тебе совет. Здесь никому ни слова, а то начнется. Ну что, я дурочка, что ли? Ну, мало ли. Я имею в виду, он очень странный чувак. Три брака, детей нет. И все разводы из-за ревности. Ну, во-первых, я замуж не собираюсь, а во-вторых, не буду давать мужу поводов для ревности. Рассказывай. Расскажу.
Воу. Ну вот, как-то так. Лихо. Теперь ваша очередь. Давай. Держи рис. Нужно играть, чувствовать его. Легко, изящно. Да? Чего улыбимся? Я для кого стараюсь? Извините. Ничего, нормально. Здесь у нас ты начальник. Убери те. Ну нет, так нет, я не хотел тебя обидеть. А такие, как вы, не хотят, они просто обижают. Ну надо же. Кажется, завтра он меня уволит. Ну что, ты совсем дурочка? Не понимала, что у него в голове? Слушай, ну он мне показался не таким. Ой. Все мужики одинаковые. Ладно, что-нибудь придумаем. Ты говорила, он снова куда-то сваливает? Может, забудет? Может, и забудет. Артем Сергеевич попросил всех быть на местах. У него какое-то дело. И меня? Ты у нас особенная? Всех, значит, всех. Работаем. Забыл уволить. Сейчас вспомнит и уволит. Итак, внимание. Артем Сергеевич сегодня в своем загородном доме делает прием гостей после охоты. Все должно быть на высшем уровне. Работаешь ты, ты и ты. Нас отвезет автобус. Подробности объясню по дороге. Готовимся. Пронесло. В следующий раз будешь думать мозгами. Слушай, если он опять начнет ко мне... Я же говорю, мозгами думай. Ты помнишь Маринку, которая вышла замуж за олигарха, я тебе рассказывала? Так ты думаешь, где она его подцепила? Вот на такой тусовке. Блин, стрёмно. За городом даже не убежишь. Послушай, умного человека. Ты чего сюда приехала? Официанткой всю жизнь работать? Такого уровня мужчины, как Городецкий, не любят отказов. Это занятые люди. И знаешь, какая женщина должна быть с ним? Которая всегда под рукой и всегда готова. Он предлагает воздействовать на волшебные точки. Смотри внимательно. P5. Вот она. Здесь точка. Вот эта точка. Также нужно задействовать вот эти точки. Вот это они находятся между пятым поясничным и первым крестцом. Далее. Нужно прижигать вот эти точки, которые идут вдоль позвоночника. И для этого я тебе привез. Сигары для прижигания. Держи. Ты чего? И давно вы в этом разбираетесь? Ну как давно? Недавно. Но я же обещал, что разберусь в этом. У нас в центре есть классные врачи, иглотерапевты. На стажировку не хочешь? Было бы здорово. Но я не могу так сразу, да и потом. Какой из меня специалист? Так вот, научишься. И я буду рядом.
Я же сюда приезжаю еще только потому, что ты здесь. Где бы вы еще были? Дмитрий Ильич, будьте добры, зайдите ко мне в кабинет. Срочно. Да-да. Заходи, заходи. Присаживайся. Смотри. Полное переоборудование. Даже деньги нашла. Ничего себе. Слушай, ну вот это вообще здорово. А где деньги нашла? А помнишь Витьку Слащева? Да не особо. Да ладно, неважно. Главное, что сейчас он ворочает огромными деньжищами и в политику хочет идти. Вот я его убедила, что ему это жизненно необходимо. Хочешь? Да. Класс, да? Да ты, оказывается, замечательный организатор. Правда, я удивлен. Спасибо большое, Дима. От тебя это слышать очень приятно. Спасибо. Класс. Мне нравится. Ладно, пойду. Дим, Дим, извини, пожалуйста, но выпьем жвачку. И, пожалуйста, я своих всех гоняю за них, а сама. Срочно зайди ко мне, есть дело. Дмитрий Ильич предлагает мне в столицу переехать. В качестве кого? Сначала на стажировку. Ну, вы о чем подумали? Я подумал, что ты его не только в этой роли интересуешь. Ну, конечно, дело молодое. Да и тебе одно и не сладко, только вот... Что? Тамара. Так они вроде бы давно в разводе, ты думаете, он ее до сих пор любит? Что? Я думаю и почти уверен, что она решила вернуть Димку. Так зачем? Ради мальчика. Так вы думаете, это все-таки сын Димы, Дмитрия Ильича? Ну, люди разные говорят. Да, наверное, все-таки вы правы. Макс Денисов на шашлыки с собой зовут. Ну вот, а ты столица. Ну как же мы тут все без тебя? А? Беги. Побежала. Так, Макс, идем, а то уже скоро все сомы спать лягут. Ну и пусть себе ложатся. Зачем их трогать? Макс, я сказал, идем. Идем. Зарежет еще. У тебя замечательные друзья. Да. С ними не пропаду. Да. Ромео с меня никакой. Постой.
Слабо сегодня домой не уехать. А что мне здесь делать? Подойдем, что? У меня тут комнатка есть. Вина возьмем, посидим, пообщаемся. Ну, посмотрим на ваше поведение. Хорошо. Кто у нас такой хорошенький, а? Что-то не видел тебя. А я здесь недавно работаю. Ах так, то ты порядков не знаешь. Я научу. Убери-ка это. Дурочка, отдай. Дядя добрый и очень щедрый. Мне работать нужно. Вот и хорошо сейчас поработаешь. Мне нужно идти. Сергеевич, да и хулиганил. Коллектив скучает. Пойдем, Сереж, пойдем лучше накатим. Что ты, ну, девочка напугала. Зверюга. Спасибо. Пошли, Серег, пошли. Я. Вам, наверное, что-то нужно. Сейчас я помою посуду. Да просто эту посуду. Хочешь, я тебе свои машины покажу? Хочу. Пошли. Ну вот, смотри. Ух ты. Прям как у гангстеров в американском кино. Только настоящая. Вон, боевая. По легенде, эта красавица принадлежала самому Франку Костелло. А кто это? О, это был большой человек, великий мафиози. Возглавлял семью Лучано. Садись. Она на ходу? Нет, это уже антиквариат. Твоя спальня на втором этаже? Нет. Не бойся, не трону. Я уволена? Я еще не решил. А где все? Кто где? Алида. Ого, вы и так умеете. Я много чего умею. Успел в молодости официантом победить. Шашлычки на объездной. Круто.
хочешь здесь остаться? То есть? Да мне надо опять уехать. Надолго. Три проекта в разных концах страны. Домработница, которая смотрела за домом и кормила собаку, я уволил. Воровал и мужиков таскал в дом. А я не буду. Чего? Собаку кормить не будешь? Нет, воровать и мужиков водить. И подружек тоже. Это условия, которые не обсуждаются. Уу! А я тут одна буду? Боишься? Ну, как-то стрёмно. Сейчас мы это исправим. Жди здесь. Успокоительное средство. А, да я не умею. Я научу. Держи. Прицеливайся. Глубокий вдох. Выдох. Спуск. Яблочко. С новосельем. Моего предложения. Какой будет ответ? Неделя уже прошла. Представляете, в садике карантин. Среди лета. Тимочка! Так что прошу любить и жаловать наш новый сотрудник Тимофей Дмитриевич. Мне пора на занятия. Да, да, конечно. А что значит, Дмитрич? А то и значит. Я решила, что незачем больше лгать. Пора сказать правду. Я не верю тебе. Я знала, что так скажешь, поэтому я подготовилась. Вот, пожалуйста. Тест ДНК. Извини, пришлось немного схитрить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, ты не станешь при всех устраивать сцены с трагедией. Да куда уж мне до тебя? Ты когда решил меня бросить, такой спектакль устроил, что любовь прошла, ребенок не от меня, а сейчас глазки строишь. Зачем? Затем, Дима. Я понимаю, что я тогда поступила как настоящая дрянь. Я знаю, но поверь, я за все расплатилась. Пожалуйста, поверь и прости. Ну, хотя бы ради Тима. Тима! Сынок, иди ко мне. Прости, пожалуйста. Тимочка, помнишь, я тебе обещала, что я познакомлю тебя с твоим настоящим папой? Вот, знакомься. Давай пять. Это подло с твоей стороны. Я в министерстве попрошу, чтобы мне прислали срочно замену. Все, правда, я уезжаю. Пап, а ты совсем-совсем не приедешь? Никогда-никогда? Да почему нет? Я приеду к тебе. Скоро. А ты хочешь сегодня со мной погулять? Хочу. Ты знаешь, Лер, я теперь могу в разведке служить. Почему? Потому что не выдам никакие тайны, ни под какими пытками. Давай, поднимайся. И... Оп-оп-оп-оп.
зайду, посмотрю, где там Макс. Лен. Ау. Что? Смотри. Получилось. Ну, давай еще. Алло. Здравствуйте. Все хорошо. Кормлю собак, вытираю пыль. Нет. Никого не вожу, честное слово. А вы скоро будете? Через месяц. Нет-нет, все хорошо. Все отлично, мне все нравится. Всего хорошего. Лера, привет. Вы уже приехали? Ну, конечно, презентацию новой операционной. Ты чем-то расстроена? Нет, просто подумала о том, что буду встречать Новый год впервые одна. Ну, я имею в виду без сестры. Лер, я пообещал, что Новый год встречу с Тимкой. Он и быстро уснет, и я бы мог. Лер, скажи, ну что мне сделать, чтобы ты перестал бояться меня? Ну что? Дмитрий Ильич, я вас прошу, не надо. И... Слушай, ну перестань, ну что мы как дети? Ну правда. Ты мне нравишься, я ведь не делаю из этого никакой тайны. Мы с тобой взрослые, свободные люди. Неужели я тебе безразличен? Вам надо идти, Дмитрий Ильич, у вас дела. К черту дела! Я вот не сойду с этого места, пока ты не пообещаешь мне, ну хотя бы... Дмитрий Ильич... Напоминаю, у вас идет приемка новой операционной, вас все ждут. Ну ладно, потом договорим. Я вас попрошу больше не возвращаться к этому разговору. Слушай, я вообще что-то боюсь, твоего Городецкого еще припрется. Ночью не припрется.
Ух ты! Управление рестораном. Это что? Книги? Изучаю ресторанный бизнес. Артем учителей нанял. И ничего мне не говоришь? Подруга называется. Ну, он попросил не распространяться об этом. Администратором хочет тебя сделать. Ну, недаром же он деньги платит. Ну, ты хоть про подругу свою не забывай, когда станешь начальницей. Забудешь тебя. Ну, что я зову Кирилла? А он разве не с Артемом? Нет, он вообще боится, что Городецкий его вышвырнет. Странно. Слушай, а может, я попрошу Кирилла, чтобы он кого-то с собой прихватил? Ты дурная. Он потом сам об этом Городецкому и расскажет. Ну, ты перестань. Если попрошу, ничего не расскажет. Нет. Один. Пусть приходит один. Да. Да, заказ уже можно отправлять. Это для Валерии Сосницкой. А от кого? Там все указано. С наступающим. Спасибо, вас тоже. Это от Натки, наверное. До свидания. Взрослела. Отлично выглядит. Лер, привет. У меня все отлично. Вот смотри. Я практически добилась всего, чего хотела. Как только я буду уверена во всем на 100%, я обещаю, что ты узнаешь об этом первое. Не реви. А я не реву. Я поздравляю тебя с наступающим. Я желаю, чтобы в эту ночь рядом с тобой был человек, который будет любить тебя всю жизнь, чтобы ты его любила. Я надеюсь, что мы с тобой скоро встретимся. Я тебя очень люблю. Пока. Ну, зачем она так со мной? Полгода пишет, что у нее все хорошо. Ни разу даже по телефону не позвонил. Засранка. Детки, голубчик, улетают из гнезда, и Наташка упорхнула. Может быть, тебе пора своей жизнью заняться? Вау, вау, вау. Да. Это шикарно. Артем звонил? Не-а. А ты ему? Обычно он звонит. Так, ну что ж, девчонки. Я предлагаю выпить. Да. Год был, конечно, немножко скучный, но... Скучный? Да это был лучший год в моей жизни. За Новый год. За Новый год. А вдруг папа не приедет? А вдруг приедет? Папа! Привет! С наступающим! Привет! Привет! Я не опоздал? Ну нет еще. Я после операции, мне бы хотя бы умыться, да, руки помыть. Конечно, ванна там. Спасибо! Ушедшего года! За то, что он подарил мне такую замечательную квартирантку. За то, что ушло мое одиночество. Спасибо вам за то, что приютили. С Новым годом! С ума сошли, ему же еще нельзя. Лера, внимание. Та-дам! Лер, у меня получилось. Он уже 2 недели так ходит. Хотел тебе сюрприз под елку положить. На ногах молодца, поздравляю. Это все она, Лера. О, с Новым годом! Слушайся! Ну и что ж мы стоим? Проходите! Мы этого героя доставили, Макс, уходим. С наступающим! С наступающим! Какой ты молодец. Ну, еще не совсем. Держи полотенце. Тамара. Мы с тобой все обсудили. Извини.
У меня, кстати, тоже новости. Что-то сегодня сплошные сюрпризы. Мне позвонили из команды гонщиков, с которыми я работал. Позвонил главный менеджер. Я ему сказал, что скоро окончательно стану в строй, и тогда он меня пригласил с командой на соревнования. Ну это что? А ты сможешь? Ну, конечно, смогу. Там супер, все работа, деньги. Здорово. Да, только уехать надо будет. Надолго? До самого лета. А когда ехать нужно? Сразу после праздника. Что, так быстро? Ну, я же не на Луну лечу. Я на минутку. Лера. Здравствуйте. Хочу поздравить вас с наступающим. Вас тоже с праздником, Дмитрий Ильич. Хочу пожелать тебе, чтобы ты перестал бояться. Чтобы перестал бояться своих чувств. Перестал бояться меня. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Я тоже вам желаю набраться храбрости и простить человека, который вам близок и нуждается в вас. До свидания. Видишь, девчонки, давайте еще по одной. Нет, я больше не могу петь. Значит, не можешь. Не можешь, больше можешь, давай. Гулять так гулять. Гулять так гулять. Ну, какая музыка. Верь. Я должен тебе кое-что сказать. Привет. Я робот с планеты Альфа Центавра. Папа, так это же... Бамбли! Ты та, которую буду любить всю жизнь. Которую хочу сделать счастливой. Да мне... Никто никогда такого не говорил и... С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Не понял. Артем Сергеевич, а мы тут... С Новым годом. С новым счастьем вас, Артем Сергеевич. У вас минута на то, чтобы исчезнуть. Так, Артем Сергеевич, ну как же? Я просто бухой, ну куда же сейчас? Ты что, с дуба рухнул? Или с новогодней елки упал? У тебя минута на то, чтобы дотянуть свой портки и свалить из моего дома. Устроили тут медовый месяц. А это где? Спи. Артем Сергеевич, праздник. Не заехать поздравили? Ну, где твой спарринг-партнер? Нет, нет, Артем Сергеевич, я точно один приехал, там никого нет. Так, может, мы хотя бы до утра останемся? Скрылись уже отсюда! Подснежники. Да куда они пойдут? Ночью, мороз. Это не мои проблемы. В следующий раз будут думать, куда можно соваться, а куда нет. Прости. Я подумаю. Мне с ними? Дело твое. Я целыми днями сижу здесь одна и жду, пока ты приедешь. Осточертела это все. Стой. Я просто хотел, чтобы мы сегодня были только вдвоем. Зачем я тебе? Соскучился. А тут тебе. С Новым годом. Спасибо.
Лер! Иван Афанасьевич. Денис. Да, у кого-то сегодня день рождения. Вот, прямо из Мексики. Оригинально, спасибо тебе. Ты почему не предупредил, что приезжаешь? Я бы хотел сюрпризом. Надолго? В отпуск. Так что, сегодня вечером празднуем? Ну да, конечно. Я, пожалуй, побегу, а то... Я так соскучился. Я тоже тебя очень ждала. Но мне надо идти. Давай. Тогда до вечера. До вечера. Привет, Лерка. Не узнала меня? Надка? Надка! Ой. Конечно, не узнала. Ты такая другая. И машина у тебя, конечно... Сестренка, с днем рождения. И стоит, как крыло от самолета. Вот этого достойно. Я тебя очень люблю, Лер. Спасибо тебе. Держи. Спасибо. Я буквально на минутку. Как на минутку? А день рождения? Нет времени, Лер, я замуж выхожу. Замуж? Сюрприз. А за кого? Классный. Любит меня до смерти. Ну, а ты тоже его любишь? Да все хорошо. Ну, а что ли, свадьба когда? А, здесь все написано. Спасибо. А у тебя тоже кто-то появился? А, да я не знаю пока, но похоже, что да. Ну, так приходи с ним на свадьбу. Я посмотрю на него и скажу, он это или не он. Хорошо. Лер. Иван Афанасьевич, она обо мне что-то говорила? Я думаю, что вам с Лерочкой пора определиться. Я, собственно, для этого здесь. А вот наша именинница. А к тебе уже гости. Надка сегодня приезжала. Да надо же, объявилась пропажа. Да, замуж выходит. Что-то не вижу радости на твоем лице. А кто жених-то? Да не знаю, я бизнесмен, наверное, какой-то. Во всяком случае, очень богатый. О, стрекоза. Добилась таки своего. Ты пойдешь со мной на свадьбу, День? У меня, знаешь, теперь какое классное платье есть. Смотри, Наталка подарила. Ну, конечно, поедем. Тем более, что я... Я хотел сказать, Лера... Я... Может, Надка вернулась? Это вы? Явно ждали не меня. Я сестру ждала. С днем рождения. Спасибо. Можно войти? Конечно, проходите. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий Ильич. А я вижу, у вас со здоровьем полный порядок. Пришел поздравить именинницу. Да присаживайся. Да нет, я встаю. Просто хотел сказать очень важное. Тут Денис начал уже говорить что-то очень важное. Так что присаживайся. Ладно, я потом.
Да нет, продолжайте, я подожду. Ну, в общем, Лер, выходи за меня замуж. Слушайте, я, наверное, не вовремя, правда? Извините. Нехило. Так что, как ты меня представишь? Как есть, как жениха. Здесь стать нельзя. Сюда подъезжают гости господина Гордецкого. А так мы вот… мы на свадьбу. Я сестра невесты. Вы сестра Натальи Дмитриевны? Да. Хорошо. Угу. Проходите во двор, пожалуйста. Машину я отгоню на стенд. Спасибо. А скажите… Да? Где я могу найти Наталью Дмитриевну? От меня сейчас нельзя. Подойдет Артем Сергеевич, начнется церемония. Вот тогда и увидите. А где ваш подарок? Я вам дома отнесу. На заднем сиденье. Только поаккуратнее. Пойдем куда-то в сторонку, я чувствую себя, как будто не в своей тарелке. Да, конечно. Нервничаю. Орел. Это, наверное, он? Наверное. С виду нормальный мужик. Думаешь? Посмотрим. Дамы и господа, уважаемые гости, через несколько минут начнется церемония регистрации брака. После чего вы сможете поздравить наших молодых и, собственно, приступить к трапезе. Встречаем наших молодых! Как тебе моя натка? А? Очень красиво. Ты это, побыстрее, мало ли. Да что ты, я тебя прошу. Все хорошо будет. Объявляю вас мужем и женой. Вы можете поцеловать невесту. Друзья, спасибо, что пришли. Но перед тем, как начнутся ваши поздравления, я хочу сделать своей жене подарок. С сегодняшнего дня ты хозяйка моего ресторана.
Лер, Леренька, солнышко. Ой, сестренка, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты теперь... Пойдем, я тебя с Тёмой познакомлю. Подожди, сначала знакомься. Денис. Очень приятно, Наталья. Денис. Пойдем, пойдем. Тёма. Да? Тём, познакомься, это моя сестра Лера и ее жених Денис. Очень приятно. Поздравляю. Спасибо. Будьте счастливы. Будем. Ладно, свадьба, свадьба и бизнес, бизнес. Извините, Тёмочка, можно тебе? Ну, просто... Не обижайся. Завтра закончится этот официоз, мы наболтаемся. Я тебе дом покажу. А сегодня переночуйте в гостинице. Тёма номер снял вам. А, спасибо, мы лучше домой поедем. Завтра на работу. И... Да? Угу. Жалко. Переживай. Главное, что сегодня твоя свадьба. Да. Ну, мы же с тобой договоримся, и ты приедешь ко мне, ну, на выходные. Конечно. Ладно, я еще подойду. Какого черта ты сюда притащился? Я не знал, что Лера твоя сестра. Она немного о тебе рассказывала, только то, что ее сестра уехала в столицу. И я люблю Леру. Какой ты быстрый. Любил одну, полюбил другую. Да, быстрый. Особенно, когда после аварии та другая из инвалида тебя снова человеком делает. Попал в аварию? Когда? Когда мчался за автобусом, чтобы остановить тебя. Короче, Лера ничего знать не должна. Ничего, понял? Пока, родственничек. Нашел? Да. Закрыть? Нет. Не, ничего забирать не надо. Просто сфотографируй и перешли мне. Ясно? Да. И все положи на место. Все как было. Исполняй. Хорошо. Куда же ты спрятал эту флешечку, Темочка? Положил? Да. Молодец. Ты пойми, я затеваю большую игру против лучшего друга. Здесь надо быть во всеоружии. Выслал? Да. Смотрю. Ах ты ж, сукин сын. Здоровья молодым! Какого черта? Пошел прочь. Сам пошел, козел.
Слышь, ты, базар хоть... Руки! Термины не стоят. Не стоят. Руки убери. Ты что думаешь, бабло есть ты король, а? Блин, где Тёма такого быдла понабирал? Ты чмо! У городецкого ты вообще не работаешь! Руки! Давайте не будем портить праздник, хорошо? Тёма, простите, пожалуйста. Все хорошо, угомонись. Пойдем. Простите. Наташа, мы уже поедем. Позвони как сможешь, пожалуйста. Можешь. Чао, родственник. Чего ты сказал? Тёма. Ну, не барское это дело. Мальчик немного вспотел. Сейчас пойдет, остынет. Хорошо, что не полностью. День. Что это такое было? Я тебя никогда таким раньше не видела. Я никогда таким и не был. Послушай, понимаешь? Да все я понимаю. Слушай, не обращай внимания, нам же с ними детей не крестить. Прости, я все испортил. Дело в том, что... Не оправдывайся. Все нормально, правда, все в порядке. Все нормально. Давай побыстрее поженимся. Завтра же подадим заявление. Такая красивая. День, я не хочу, чтобы так... День! Не надо так, пожалуйста. Прости. Как ты думаешь, она его любит? Не знаю. Он что, совсем отмороженный? Наехал на моего гостя, нам нахамил. Да я его почти не знаю. Перебрал, наверное. Не хотел бы иметь никаких отношений с твоей сестрой и твоими близкими. И если они думают, что им от меня что-то отломится, то они очень сильно ошибаются. Да и тебе будет не до них. Чтобы управлять рестораном, тебе придется еще учиться и учиться. Потом вкалывать, чтобы все это работало. На самом деле у жены такого человека, как я, гораздо больше обязанностей, чем привилегий. Так же, впрочем, как и у меня, по сравнению с твоими родственниками. Большие деньги – это огромная ноша и ответственность. Думаю, ты это уже усвоила. Все нормально. Едем домой. Мне позвонили с команды. Я должен срочно поехать, что-то проверить и доделать. Так ты остаешься? Тебя отвезу и вернусь. Первая брачная ночь у тебя не первая. А вот накидала я тебя поймал впервые. Ты что, давай, пойдем. Тём, что-то случилось? Скройся.
Лера, ты скоро? Это что такое? Ну, что с тобой? Это что, из-за сестры? Наташка, она у тебя непроста, она все отладит. А зачем? Она все равно скоро станет такой же, как ее новое окружение. А, нет, голубушка, кровь, она сильнее всего этого. Тебе о себе надо думать, о свадьбе с Денисом. Мне вчера показалось, что я его совсем не знаю. Его на этой свадьбе как будто подменили. Он весь был такой раздражительный, вспыльчивый, не знаю, растерянный какой-то, совсем чужой. Еще сказал, что потом с командой нужно срочно уезжать. Как будто сбежать не хочет. Это у тебя синдром невесты. А посему давай-ка на работу. Так, быстренько приводи себя в порядок и на работу. Здорово. Угу. Сам все сделал? Да. А почему слон белый? Потому что это его мечта. Мечта — это увидеть белого слона. Так где его можно увидеть? В Таиланде. Мечтает поехать в Таиланд, увидеть белого слона и почему-то именно с тобой. Что? Да нет, правда, я здесь ни при чем. Ну, честно, просто трудно объяснить ребенку, почему мы вместе не можем поехать. Раньше надо было думать об этом. Дим, ну мы же взрослые люди. Мы можем договориться. Сына жалко. Лера, Валерия Дмитриевна, можно вас на минутку? Я к вам позже подойду. Нет, Лерочка, я уже побежала. Спасибо большое еще раз. До свидания. Надо поговорить, прогуляемся. Простите, у меня очень много дел. Что вы делаете? Сотрудники, больные? Ну, может, они просто разговаривают. Катя, я прекрасно помню, как он выглядит, когда влюблен. Дмитрий Ильич, я прошу вас, не надо. Да почему ты мне выкаешь? А почему не надо? А как надо? Я каждый раз, когда сюда приезжаю, я для себя решил, что сейчас поговорю с ней. Я выясню, как она ко мне относится. Но почему-то у меня каждый раз не получается. Почему? Я замуж выхожу. Если вы забыли. Ты не любишь его? Почему-то вы так решили. Потому что у женщины, которая выходит замуж за любимого человека, другие глаза. У меня ненормальные глаза. Я не должна перед вами отчитываться. Что случилось? Ты недоволен обслуживанием? Надо поговорить. Нам не о чем говорить. Ты действительно любишь этого Городецкого? Во-первых, это не твое дело. А во-вторых, не смей бросать Леру. Понял? Погоди. Охрана, покажите молодому человеку, где здесь выход. Наталья Дмитриевна. Что? Артем Сергеевич просил передать, что ждет вас дома. Это срочно, я вас отвезу. Хорошо, я сейчас вещи возьму. А кто это был?
Парень ее бывший с Сосновского. Хотя сказал, что жених ее сестры. Не понимаю. А зачем приходил? Да я откуда знаю. Мы едем в гости к Потапову. Я думала, вы поссорились. Думаю, здесь я. Это все ему? Нифига себе. Одевай. Ага. Это в гости? Зачем? Чтобы он окончательно от зависти сдох. Хорошо, сейчас. Переоденься здесь. Зачем? Просто сделай, как я прошу. Не спеши. Повернись. Чего ты хочешь? Тебя, естественно. Так, может, в спальню пойдем? Нет, здесь. Как скажешь, мой господин. Не больно. Боль, говорят, будоражит. Одевайся. Я так наряжаюсь ради новой девки Артема. Пойми, дорогая, у нас с Темочкой сегодня очень важный день. Угу. Опять закройтесь в кабинете и будете коньяк лакать. А мне с этой деревни вести светские беседы. Ну зачем, мать? Ну, малыш, пойми. Темочка сильно провинился. Едет извиняться. А она тут при чем? Подъехали. Я тут разговаривал с одним человеком, который ее натаскивал по бизнесу. Говорит, у него хватка как у мопса. Может, Темочку и подвинуть. Так ему дураку и надо. Я вообще не понимаю, как ты его столько лет терпишь. Ну, тут важно не терпение, важны деловые отношения. Пойдем. Здравствуйте. Добрый вечер. Привет. Здравствуйте, Наташенька. Какое у вас платье красивое. Спасибо, Артем подарил. Да, Артем. Как ты уговорил выйти замуж такую красавицу? Смотри, уйдут. Волков боятся в лес не ходить. А я же охотник. Нет, ты один. Ну ладно, девчонки, мы пойдем в пацанскую по делам поговорить. А вы развлекайтесь. Пошли. Пойдемте. Накосячил, признаю, но долю принес по-честному. Слушай, Тём, а может тебе пора уже с такой молодой женой куда-нибудь на юга, в теплые страны, на Капри? А я уж как-то сам здесь бизнесом. Не понял. Шучу. А ты не шути. Мы с тобой кровью помазаны. А потом, я, например, про торговый центр в Петровске много чего знаю. Да нам нечего знать.
Скажи спасибо, что это не в налоговой. Спасибо. Слушай, а давай я тебе это отдам, Петровский. А что взамен? Флешку. Василиса мне сказала, что ты себя как-то неправильно повел. Что она имела в виду? Зайка, не лезь не в свое дело. Целей будешь. В ресторане на новое оборудование денег нет. Поэтому Борову ты везешь целый чемодан. Мне это не нравится. А это тебе нравится? А вот это тебе нравится? Ты вообще кто такая, чтобы тебе что-то не нравилось? Да ты с ума сошел! Да пошел ты со своими тайнами. Все хорошо. Успокойся. Каша, я тебя сильно люблю. Хотел забыть, не получилось. Thank you.
Ну, Даш. А так! Да. Алло. Лер, здрасте. Это Артем, Наташа муж. Здравствуйте. Короче говоря, она дома не ночевала и телефон мне не достал. Хорошо. Давайте, может, я приеду, я попробую поговорить с подругой. И если что-то узнаю, то... Перезвоните мне, если что-то узнаете. Скажите, Наташа дома? Хозяев нет. Может, тогда подскажете адрес ее ресторана? Садовая, 4. Садовая, 4. Спасибо. Пожалуйста. Я тоже. Не выспалась? Или что-то случилось? Это нормально все. Ну, подожди, подожди. Ну, я же вижу, что ненормально. Не хочу об этом говорить. Хорошо, не говори. Тихо-тихо. Успокойся. Сейчас вылетит от начальства. Там ведь какое-то важное совещание. Да закончилось оно уже, наверное. Наверное. Где была?
Прости, я... Ты накричал, я испугалась. Наверное, разговор с Потаповым был не из приятных. Я подумала, что тебе нужно побыть одному. Я в отеле ночевала. Ладно, прости меня за вчерашнее. Я весь на нервах. Давай, собирайся, в ресторан тебя завезу. Кстати, как там у тебя дела? Все хорошо, справляюсь. Я же твоя жена, должна соответствовать. Кирилл, значит, слушай сюда. Планы поменялись, в Славск ты со мной не едешь. У тебя другая задача. Пока меня не будет, будешь присматривать за моей женой. Только очень внимательно присматривать. Хорошо, я понял. Городецкий? Хочешь, чтобы я за Наташей следил. Зачем? Я откуда знаю. Слушай, Кирилл, а ты про Дениса ему ничего не ляпнул? Ты что, с ума сошла? Эта информация за отдельные деньги для Потапова. Это понятно? Понятно. Ли. Да, Лин, то есть, ну чего ты? Пахнешь так хорошо. Чего ты? Я тебя что попросить хотел, Лид, а ты можешь с этой Наташкой поговорить? Ну, там, по девичьи, как вы это умеете, вообще разузнать, что у нее в голове происходит, а? Могу. Только что мне за это будет, а? Что тебе за это будет? Да? Здравствуйте. Угу. Что вы здесь? А ты, я так понимаю, та самая недисциплинированная сестра? Меня зовут Лариса Васильевна, я врач и реабилитолог, и твой непосредственный начальник, ясно? Валерия Дмитриевна, будьте добры, скажите, что лежит в верхнем ящике вашего стола? Что, я не понимаю? От одного из пациентов поступило заявление, что ты вымогаешь деньги за свои услуги. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. И он видел, как ты вчера конверт с деньгами положила себе в стол. И указал точную сумму и конкретно какими купюрами давал взятку. Пожалуйста. Все видят, да? Смешно. Что и требовалось доказать. Ты уволена. И скажи спасибо, что не по статье. Можешь ничего не отрабатывать, Лариса Васильевна совсем справится сама. И будь уверена, на работу тебя никто не возьмет. Потому что я постараюсь, чтобы все узнали, кто ты есть на самом деле. О, Лерочка, ты вернулась? А что такое? С Наташкой что? Нет, уволили меня. О. За взятки. Какие взятки? Я не знаю, ничего не брала. Ой, ты что, ты знаешь, что? Это Тамара, что ли? А где она? Я уже ничего не хочу. Не ходите к ней, пожалуйста. Я домой. Чего стоим? У нас сейчас операция. Погоди. Чего? Леру уволили. Когда успели? Мы только что пришли. Что значит пришли? Вместе? Да, встретились со входа, вместе пришли, я стоп. Слушай, ты когда-нибудь думаешь своей головой? В каком смысле? Кто-то настучал Тамаре, что вы вместе. И она уволила Леру. За что? Ты что, не понимаешь? Твоя бывшая уволила Леру из-за ревности. Сейчас разберемся. Ты что творишь? Что? Что? Ты прекрасно знаешь, о чем я. А, вот это ты. А увольнение своей любовницы, да? Доложили уже или старый сводник Иван настучал? Какая ж ты... Какая? Какая, Дима? Давай, скажи. В общем так, или ты восстанавливаешь Леру. Или?
или ноги ты моей больше не увидишь в своем отделении. Тогда и ноги твоей больше не будет у меня дома. И сына ты не увидишь никогда, понятно? Ты этого не сделаешь. Стрижак, ты плохо меня знаешь? Сделай еще как. Он уже официально мой сын, и он любит меня. Я в любом суде докажу свое право на общение с сыном. В каком суде? Блудный папаша, который 5 лет не видел своего сына, кто тебе поверит? Как же хорошо, что ты меня тогда бросила, правда? Я прям судьбе за это благодарен. Я буду приезжать к сыну. И только попробую что-то предпринять. Тамара пошла на попятный? Нет, она так не умеет. Тогда чему ты радуешься? Да просто сейчас я смогу уговорить Леру работать у меня в центре. Сын, что же, у нее жених есть, она замуж выходит. Ты об этом помнишь? Не любит она его. После того, как уехала сестра, у меня осталась привычка за кем-то ухаживать, она принимает это за любовь. Возможно. Но это ее выбор. Пройдет время, и она поймет, что любви нет. Это сделает ее несчастной. А ты? Ты любишь ее? Люблю. У меня такое ощущение, что мы знакомы лет 100. Что мы всегда были вместе. Иван Афанасьевич, я прошу вас, помогите мне с Лерой. Я на все готов ради нее. А пока помогать надо больному. Пойдемте. Все-таки это моя последняя операция в этом отделении. Когда ты приедешь? Бери уже отгула. Лер. Алло. Лер, я... Лер. Я все знаю, Наташ. Про тебя и про Дениса. Я вас видела сегодня утром. Что такое? Молчите. Не оправдывайтесь даже. Лер, я... Прости, я не знаю... Как это? Да что ты знаешь, сестренка? Лер, я... Живи, как знаешь. Еще что-то? Посиди со мной, пожалуйста. Представляешь, у Дениса были отношения с Лерой, и сегодня она про нас все узнала. Не поняла. Он что, снова к тебе богатенько решил подкатить? Еще хуже. В смысле? У вас что с ним? Я не знаю, как это получилось. Мы с Артемом поссорились, он психанул, высадил меня на трассе. Это получилось случайно. Надка, ты ведь любишь его. Посмотри на себя. Ты думаешь, что говоришь? Скажи Кириллу, пусть он меня отвезет домой. Хорошо. Но подожди. Я забыла. С завтрашнего дня ты администратор в ресторане, так что принимай дела. Правда? Да. Спасибо, подружка.
Короче, Надка с этим Денисом... Что? Ну что? Ну, переспала. Ну да. Ну, а дела? Кирилл, он только что сделал меня администратором. Да? Ну, поздравляю тебя, это хорошая новость. Это тоже молодец, перестраховалась. Твой человек просто нужен, понимаешь? Я чувствую себя последней сволочью, понимаешь? Не чувствую себя. Ты абсолютно глупо, перестань. Как ты, голубушка? Я не знаю, что мне делать. Как мне жить дальше? Да кончай ты, Потап, ну что ты все буксуешь? Все новые проекты я уже пробил. Вот, вот ты пробил! Меня не поставил в известность. Стоишь перед фактом. Ты вообще уже берега попутал, Тёмочка. Простите, Наташа. Деловые разговоры. Можно? А как у вас жизнь? Все хорошо. Потихоньку вхожу в дела. Как ресторан? Вчера с поставщиками встречалась, умудрилась у них скидку получить. Так что, думаю, найдем общий язык. Ресторан начнет опять приносить прибыль. Вот. Прибыль. Учись, Тёмочка. Умница. Вот нравятся мне эти деревенские. Знаешь, они своего не упустят. Ну, так стараюсь соответствовать мужу. Иди. Хорошая девочка. Хватка есть. Смотри, подвинет тебя. Устанет двигать. Слушай, а где там твоя эта бывшая, как ее, Амина или Алина? Без вести пропала? Понятия не имею. А может, это по старой привычке ее того? С бетон закатал? Придурок ты, Потап. Давай по делу. Так что будем делать с проектом в Корзухине? Но только так, чтобы без эмоций. А делаем мы вот что. Ты отдаешь мне ту самую флешку, и я ухожу с проекта. Вот и все. Потап, ну ты даешь, а? Так если я тебе ее отдам, ты же сам меня при первой же возможности в тот самый бетон и закатаешь. А что мне мешает это сейчас сделать? Так она, родимая, мешает. Флешечка. Маленькая такая, красненькая, пустячок. Она как ядерное оружие. Никто не использует, но все боятся и сидят тихо. Да кто все? Кто все? Они знают только ты да я. Вот и все. Или еще кто-то знает, а? Потап, я что, на идиота похож? Но если со мной случится что-то, кроме естественной смерти, то эта флешка окажется на столе у прокурора. Вот она как. Да... Недооценил я вас, Артем Сергеевич, недооценил. Ладно, проехали. Проводи, хозяин дома. Ну давай, Потап, не пропадай. Поверь, не пропаду. Наташа! Что, в ресторане, правда, все налаживается? Да. Хочу повара поменять, а то этот готовит все по старинке. Нашим клиентам интересна модная еда, а не котлеты. Рассказывай, как ты умудрилась у поставщиков скидки получить. Мне они не давали. Ну, а чего тебе давать? Ты богатенький дяденька, а я бедная несчастная девочка. Даже с одним поплакала. Только поплакала? Или еще что?
Может, хоть и богатенький, да уж старый. Так ты здесь старый. И старый. Ну, тогда надо проверить. Слушай, меня в ресторане ждут. Да и голова у меня болит. М? Никогда мне не отказывай. Не говори, что голова болит, а то болеть будет нечем. Я понимаю. Прости, мне больно. О, больно – это хорошо, это заводит. Давай по-быстрому, а то 5 недель без тебя предстоит. Поехали. Да, конечно. Петренко отличный хирург. Моя программа ему нравится, так что у него все получится. Ну что ж, попробуй помочь Лере. Она сама не своя. Так. О, конечно. На дежурство, а я даже переодеться не успел. Все. Привет. Привет. Лер, я за ответом пришел. Ну, ты пойми, ну, я ж не могу постоянно с завтраками как кормить руководство. Ну, нам правда не хватает рук. Но дольше ждать не получится. Я соберусь, приеду. Молодец. Тогда я буду ждать. Нет, все хорошо, вот держи, как договаривались. Лиз, что не так? Тебе Наташку стало жалко или что? А ей на тебя как раз наплевать. Отмазалась на должность администратора и все. Да что она может? Всем распоряжается Городецкий. Вот именно, Лид, ничего она не может. А Городецкий тоже хитрый, видишь какой? Обещал, что перепишет на нее ресторан, так и не переписал. А Наташка бедненько на себе все тянет. Ну ничего, ничего. Это все пока. Это все пока. Знаешь почему? Потому что Потапов скоро основательно отодвинет нашего Артемия. И когда он это сделает, кто будет рядом? Мы. А я так и буду бегать в администраторов, да? Ну, поживем увидим. Нат, уходи от меня. Уедем куда-нибудь. У меня теперь крутая работа. И заработал денег, на первое время хватит. Господи, где ты взялся на мою голову? Я даже не думала, что может быть так хорошо. Когда ты меня целуешь, я чувствую на губах вкус счастья.
Ну что, понял, что бывает с теми, кто нас хочет кинуть? Если не вернешь то, что принадлежит нам, с тобой в натуре будет то же самое. Как он? Да это Тёма, походу, умер. Бетон его. Бетон, понял? Бетон! Наталья, интересующая вас красная флешка с интересным видео у меня. Ах, вот как. Я готова ее вам отдать за $1 000 000. Ага. Вот это сюрприз. Бойкая вы, Наташ, бойкая. Но ведь вы понимаете, что мне надо несколько дней, чтобы собрать такую сумму? Сегодня. Иначе я отнесу ее в прокуратуру. Ну, а если ваш муж обнаружит? Не обнаружит, если вы все сделаете вовремя. Хорошо, не беспокойтесь. Я успею. Наберу вас. Тёма? Да, привет. Привет. Чем занят? Работаю. А мне тут, представляешь, твоя благоверная звонила. Mm-hmm. Что хотела? Что хотела? Ты не поверишь. 1 000 000. За флешку. Чего? Да. Я тебе говорил, она непростая девочка. Я понял. Улетаю. Что? Да лечу, говорю. А, летишь сюда. Ну давай лети. А то без тебя будет скучно. Алло, я уже сегодня выезжаю. Как только приеду, сразу в центр. Алло, Наталья. Я готов на сделку. А, кстати, Артемий не появлялся? Это не важно. Нет, поверьте, мила моя, это важно. Вы его плохо знаете. У него прям звериное чутье, когда идет речь о бабках. Послушайте, то, что я о вас знаю, мне достаточно для того, чтобы... Что? Чтобы что? Что? Давайте не будем. Сумма собрана, как вы и просили. Приезжайте ко мне, я вас жду. Нет, это вы приедете. На 27-й причал. Там, где баржа с песком. Баржа с песком. Прям как шпионское кино какое-то. Если мне что-то не понравится, я увижу на встрече кого-то лишнего, например, бомжа, я развернусь и уеду в прокуратуру. Вам ясно? Мне все ясно. Но я сейчас прям не могу поехать, я слишком занят. Давайте через пару часов. Да, я вас наберу. Угу. И, пожалуйста, после моего звонка отключите телефон, чтобы они отследили симку. Хорошо. Ой.
Алло? Алло, Валерия. Здравствуйте, я друг Артема Сергеевича. Здравствуйте, что случилось? Да, я боюсь, у меня для вас очень плохие новости. Артем и Наташа попали в жуткую аварию. Наташа жива? А где она? Да, она жива, не беспокойтесь. Просто она в очень плохом состоянии. А вы где? Я как раз приехала, я в центре города. Так а где моя сестра? Это замечательно. Значит, вы недалеко. Мы где? Мы на... Какой причал? 27-й причал. Да, вы увидите, там баржа такая с песком. Я поняла. Хорошо. Алло? Денис, Надка в аварию попала. Да, 27-й причал. Знаешь, где это? Да, я уже еду туда. Давай. Чего это вы? Пап, а у нас получился сюрприз? Получился. Это мне? Спасибо, очень приятно. Мне надо позвонить. Конечно, поедем. Сейчас переоденусь и поедем. Я с тобой. Пойдем. Я здесь подожду. Ага. Как дела в отделении? Все отлично. За Петренко тебе отдельное спасибо. Прекрасный врач. Уже начинает внедрять программу. Пап, а можно мы с мамой переедем к тебе? Мне тут так нравится. Я так мечтаю жить с тобой. Так, сын, так я и так с тобой. А можно еще вон туда? Конечно, можешь. Давай, вперед. Смотри, вот так пальцы представляешь, так? Да? Ну-ка. Вот, молодец. Пойдем к дорожке. Давай. Прям подходишь и прям с разбега ровно посередине кидаешь. Давай. Пожалуйста, давай. Иван Афанасьевич! Здравствуйте. Скажите, а Лера уже уехала? Сейчас. Нет, она так и не появлялась. Не, ну может по магазину куда-то пошла? Ладно, все, хорошо, я понял. Ладно. Что, попал? Во, смотри, как много сбил. Давай еще раз. Давай. Наташа во все оружие, да? Деньги. Флешку. Она не со мной. Покажите деньги, расскажу, где спрятала. То есть ты ставишь условия, да?
Тогда я тебе тоже поставлю условие. А мы тебе тут сестричку привезли, чтоб не скучно было. Лера! Наташка, прошу тебя, отдай то, что им нужно. Ты сиди спокойно. Не психуй. Она же стрелять не умеет. Стой! Тёма! Удавлю. Не бей ее! Флешку забери! Хорошо. Отдай! Ну что, Шкура, любовника своего, да? Моей бабке с ним свалить решил. Но еще бы тебе не хватало, тварь. Пусти, сестру, она ничего не знает. Есть! Я дюрна! Понравилось моей женой кувыркаться? Твоим. Звони Диме, он поможет. Что? Да я понял, Наташ, да, я понял. Срочно везите ее ко мне в центр, я сейчас приеду. Что случилось? Сын, мне нужно ехать на работу. В общем, одному хорошему человеку стало плохо. Мне нужно помочь, понимаешь? Я к тебе приеду на выходные. Обязательно. Договорились? У Леры опять проблемы? Надеюсь, доедете без меня. Лера. Лерочка, потерпи. Терпи, уже скоро. Лера. Лера, держись. Наташ, быстрее! Полицию заявлять будете? Надо? Значит, не буду. Старое завещание господин Городецкий аннулировал, а новое составить не успел. Поэтому все движимое и недвижимое имущество перейдет его законной супруге Наталье Дмитриевне. Мне ничего не нужно. Где расписаться? Ресторан по бумагам. Кстати, тоже не твой. Плевать. Где расписаться? Дело в том, что вы все равно должны сначала вступить в наследство, а уже после этого от него отказываться. Еще что-то ждать? Нет, ждать как раз не нужно. Это можно сделать прямо сейчас, подписав некоторые бумаги. Наташ, посмотри, что тебе дают подписывать. Вот здесь и вот здесь. Я догадываюсь. Василиса хочет, чтобы я отдала все ей. Прожить всю жизнь с Потаповым — это пытка, так что вы заслужили. Все.
Теперь попробуйте со всем этим богатством хоть на 1% стать такой счастливой, как я. Неожиданно. Да. Даже пугать не пришлось, как мы думали. Или это звезды так сегодня удачно сошлись? Что с расследованием? А, да. Как вы и просили, мы немного помогли полицейским, и поэтому ситуация такая. Следствие изучило найденные на месте флешку и финансовые документы и пришло к выводу, что между Городецким и Потаповым был серьезный конфликт. Между ними произошла драка со стрельбой. В результате оба погибли. Прекрасно. Спасибо вам. Спасибо вам. Будет новая хозяйка. А я прощаюсь с вами. Спасибо вам всем. Всего хорошего. Наташа, тебе что, Городецкий совсем ничего не оставил? А у него ничего нет из того, что мне было нужно. Какие будут указания, шеф? В твоих услугах я не нуждаюсь. А что-то не так? Я в чем-то провинился? Ты предал Городецкого, а завтра продашь и меня. Так что свободен. И девку твою, как ее там, которую Наташка администратором сделала. Ее я тоже увольняю. Всего доброго. Я вас понял. Ты-то чего так радуешься? Ты понимаешь, когда у тебя начнется хирургия, тебе придется дело иметь с самим завкафедрой. А он тебе спуска-то не даст. Подожди, тебя что, не избрали? В том-то и дело, что со мной. Так что готовься, студентка-стрижак. Она будет лучшим в мире доктором, я это точно знаю. Вера, а ты будешь доктором, как мой папа? Ой, пусть сначала научится, там посмотрим. Вообще хирурги, а помидоры порезать некому. Вот. Так, нужно срочно ремонтировать дом. Так я же этим и занимаюсь. А то племяннику будет негде дышать свежим воздухом. В столице-то с этим большие проблемы. Натка, я вас поздравляю.